Александр Лукашенко отметил правильность принятого в Беларуси решения не останавливать в нынешней ситуации производства. Об этом президент заявил сегодня, посещая Минский тракторный завод. Флагман белорусского тракторостроения отмечает свой 74-й день рождения. Глава государства ознакомился с развитием предприятия, оценил линейку выпускаемой продукции. Президент обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно. Тогда не возникнет проблем и со сбытом. МТЗ входит в десятку мировых производителей сельхозтехники. Каждый десятый колесный трактор в мире – белорусского производства. В ходе общения с трудовым коллективом предприятия президент подчеркнул значение Минского тракторного завода, который является брендом страны. Последний звонок сегодня звучит для выпускников белорусских школ. В этом году традиционной линейки не проводят, однако организаторы стараются сделать этот день памятным для выпускников. В столичной гимназии номер 1 на видео записали поздравления учителей, первоклашек и сам последний звонок. Уже 1 июня стартуют школьные экзамены. Выпускникам, переболевшим COVID-19, сдавать их не нужно, в аттестат поставят годовые оценки. В этом году 9 классы окончили более 86 тысяч детей, 11 классы – более 56 тысяч. Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра. На большей части территории страны прогнозируются дожди, местами возможны грозы. Во многих районах порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о ветреной и дождливой погоде на эти выходные.